Контакты все ограничены. Мы все на самоизоляции. Ты не подаришь никому цветы, не принесешь никому коробку конфет. Подумала, что вот столько сейчас по всему миру устроят эти переносные госпитали на стадионах, морги. Столько в этом задействовано людей, естественно, на первом плане это врачи. Да, но все почему-то забыли, что где-то на Востоке когда-то им дарили цветы. И я подумала, что а что вот если объединить семью, каждый где-то свой цветочек, я не знаю, какой-то что-то а-ля цветочек изобразил. И вот такой букет, это как наш ответ, вот всех, кто ходит под угрозой инфицирования, да, это наше спасибо врачам, которые нам помогают, помогут. Вот я почему-то хотела бы, чтобы каждый, как может, карандашами, акварелью, цветными ручками, на маленьком листике. Это как соучастие. Мы не можем выйти, пойти в больницу, помочь. Кого-то не пустят, кто-то боится. Но мы хотим сказать, что мы действительно мы все вместе. Что мы переживаем, мы жалеем. И когда это все закончится, это 100% закончится, в этом никто не сомневается. Я бы очень хотела, чтобы вот это множество рисуночков, рисунков, картин, они остались в этих, скажем так, лечебных заведениях. И они висели на стенах, я не знаю, в палатах, везде, как напоминание. И нам, выздоровевшим и выжившим, и врачам, и людям, что через что может пройти человечество.